В областном центре прошел праздничный концерт, приуроченный к Международному дню танца. Организатор мероприятия – ансамбль «Журга». Во время праздничного концерта зрителям представили историю зарождения казахского танца, рассказали об особенностях этой неотъемлемой части национальной культуры. Танцевальные номера исполнили более 30 артистов. Здесь выступили как представители основного состава ансамбля «Журга», так и начинающие маленькие звездочки отечественного танца в возрасте 3-4 лет и бывшие участники творческого коллектива. Гости мероприятия отметили высокий профессионализм балетмейстеров и подготовку артистов. Сегодня наш день. День артистов балета. Международный день танца. Сегодня вы увидите великолепный, хороший концерт. И поэтому я всем моим коллегам, хореографам желаю, первое, это здоровья и больших творческих успехов. Сейчас ансамбль танца «Журга» готовится к фестивалю, посвященному столетию основоположника отечественного балета среди мужчин Алмаса Бекбасынова. Также артисты примут участие в мероприятиях, которые пройдут в следующем году в связи с остановлением октау столицы тюркского мира.